Денис, приветствую тебя. Привет, привет. Традиционный четверг и, соответственно, для этого дня наша встреча. Технический фундаментальный анализ. Друзья, стараемся исключительно для вас, делимся нашим видением рынка, теми возможностями, которые рынок дает. Мы их видим и хотим, собственно, вам подсветить, где сейчас, собственно, можно заработать, какие сделки открыть, провести. С Денисом традиционно стараемся разбирать разные активы разных секторов финансовых рынков, ну, то есть, чтобы удовлетворить все запросы. То есть валюта, сырьевой рынок. Сегодня, кстати, после заседания ФРС я предлагаю не нарушать эту традицию. Можно посмотреть на барометр валютного рынка, индекс доллара, как мы с тобой часто это делаем. Можно посмотреть на рынок сырьевых активов золота как бы на пограничной территории, поскольку очень сильно еще коррелирует, зависит от динамики доллара. Ну и рынок нефти тоже, я думаю, интересен, особенно тем, кто действительно сейчас задается вопросом, когда же закончится и закончится ли вообще вот это бычье ралли, которое уже отправило нефть космическим уровням и позволило многим инвестбанкам абсолютно смело сейчас обозначать цели в районе 100, 120, 140, 150 долларов за баррель, который мы якобы очень скоро увидим на фоне тех геополитических рисков, начиная от Ближнего Востока и заканчивая Восточной Европой. Ну вот эти вот моменты сегодня предлагаю разобрать. Ну, конечно же, давай начнем все-таки с доллара, потому что как без него, учитывая, что вчера заседание ФРС, как минимум, те, кто рассчитывал на высокую волатильность, они ее получили, потому что всплеск движения был тоже по всем финансовым активам. Очень лихо все ходило, фоновый рынок обвалился, и сейчас многие держатся за голову и понимают, что вот эти распродажи могут быть только началом более глубокого снижения, потому что в целом риторика американского регулятора, планы ФРС по тому, чтобы скорректировать политику, друзья, уж точно не располагает к тому, чтобы сейчас фонда пухла так же на дрожжах, как это было в прошлом году. Так, давайте демонстрацию экрана, индекс доллара включу и расскажу, что же вчера нам поведал Пауэлл. Так, ну что нужно сказать? Во-первых, конечно же, без каких-либо сомнений ставку не планировали менять в этот раз, и это все должны были знать, те, кто следит за новостями. Ставку, основные параметры, скажем так, оставили на прежних уровнях. Однако американский регулятор подтвердил намерение повысить ставку в марте. В соответствии с обозначенными ранее планами, которые известны нам еще с декабря, учитывая темпы сокращения программы количественного смягчения, ФРС полностью ее завершит также к этому марту. И, соответственно, завершение программы количественного смягчения позволит регулятору начать задействовать другие инструменты более жесткого характера в борьбе с высокой инфляцией. Я имею в виду как раз повышение процентной ставки и еще одну программу, которая является противоположностью программы количественного смягчения. Это программа количественного ужесточения, которая подразумевает сокращение баланса американского регулятора, который был раздут до 9 триллионов вот за время действия пандемии за счет того, что ФРС почти на 120 миллиардов долларов в месяц покупал разного рода облигации казначейских и ипотечных бумаг. Самое главное, что ФРС настроен бороться с инфляцией, это прям подтверждено. В марте мы увидим первое повышение процентной ставки. И, может быть, главный бычий сигнал, который получили трейдеры, так это то, что американский регулятор позволил себе такую формулировку, что при необходимости ставки могут повышаться на каждом из последующих заседаний регулятора. То есть, если до заседания ФРС еще были как бы актуальные разговоры о том, сколько раз ФРС повысит ставку в этом году, там, 2 раза, 3 раза, 4 раза, то сейчас уже, и особенно в случае, если рост индекса потребительских цен продолжится, серьезно можно настраиваться даже на 6 повышений процентной ставки и на такой серьезный тренд и траекторию, разумеется, разгона именно ключевой ставки фондирования и на серьезное ужесточение монетарной политики в целом. Также стоит отметить, что не ожидал я таких комментариев от ФРС, что те условия, которые необходимы для повышения процентной ставки, а именно
цели по инфляции и по рынку труда, то есть когда ожидалось, что рынок труда восстановится к показателям нормальности, которые соответствуют максимальной занятости. ФРС считает, что все эти задачи уже выполнены. Поэтому в моменте индекс доллара открыт у меня сейчас, друзья, рост доллара. Это абсолютно логичный отклик на то, что мы услышали. Я думаю, что этот рост будет продолжен, потому что как можно по-другому реагировать на более высокий темп повышения процентной ставки. Доходность американских облигаций растут, и здесь у нас формируется новый тренд, которого можно придерживаться. Самое главное сейчас – пробить этот уровень 97 пунктов. И если это произойдет, друзья, летим выше к юбилейным планкам 98-100, кому какой уровень нравится больше. Так, что касается европейской валюты, то, разумеется, учитывая корреляцию с индексом доллара, здесь такое же мощное движение, только в обратном направлении, вниз. Евро, сейчас котировки 1.12, уровень мощной поддержки это 1.1184, так же, как и ситуация с индексом доллара, 97 пунктов. Эти значения, ну, с долларом и сопротивление, а сейчас с евро-долларом, это поддержка, этот уровень нужно пробивать. Но я склонен полагать, что распродажи главного валютного риска продолжится так же, как и продолжится покупки доллара. Поэтому, друзья, можно рисковать, шортить даже с текущих уровней. Как и всегда, продать лучше было вчера, но что уж тут поделать. Сейчас уровни также подходящие. И, соответственно, с целями 1.11, 1.10 и стоп можно забросить там на пунктов 50-60. Что касается рынка нефти, здесь я остаюсь как бы предан пока что своему сценарию того, что было бы неплохо сбросить пока что рынок нефти. Я понимаю все риски, которые сейчас имеют место быть для именно коротких позиций. Геополитика, потенциальные санкции против России, еще больше усиления дефицитности предложения на глобальном рынке. Но не нужно недооценивать еще факт возможной продажи стратегических резервов Китая и США, что, в принципе, я жду как новость буквально прям в ближайшей торговой сессии. И я рассчитываю, что все-таки еще и доллар, который, в принципе, должен приводить к снижению стоимости кривых инструментов по мере его укрепления, тоже может вмешаться в текущую ситуацию и стать причиной коррекционной динамики. Я в коротких позициях уже нахожусь, друзья. Но если вы тоже хотите рискнуть, смотрите на уровень 88, после его пробоя там закидывайте стоп-лосс на отметку 89 и ждите уже снижения там ниже 85. И что касается золота, которое росло буквально до вчерашнего заседания ФРС на геополитике, на рисках инфляции, на обвале американского фондового рынка, то есть ее, золотой актив, его использовали как защитный инструмент. Сейчас все эти факторы ушли на второй план, потому что золото ничего не может поделать с укреплением курса доллара. Поэтому, друзья, здесь локальный тренд уже, мне кажется, сформировался. Можно ставить на дальнейшее снижение с целями пробоя поддержки 1800 и закрепления ниже. И это будет актуально до тех пор, пока будут наблюдаться такие активные выкупы американской валюты. Но до конца недели, как минимум, я думаю, они продолжатся. Денис, слово тебе. Так, хорошо, слово взял, экранчик показал. Значит, я, в принципе, по большинству позиций с тобой согласен. Там некоторые корректировки разве что по нефти хотел бы внести. Значит, так, для начала скажу, видно ли меня, потому что каждый раз, когда показываю через... Да, видно, уже загрузился. Экран у меня он почему-то мерцает. Сейчас, секундочку. О. Так, значит, во-первых, касательно евро. Здесь я полностью поддерживаю тебя в плане дальнейшего снижения. И действительно вижу, что ну, у меня, собственно, план никак не менялся. Еще с начала недели как раз ожидаю движения в район... Ой. Пока грузится, Денис. Да, я вижу, у меня что послетало вообще все. Угу. Видно уже. Все видно, так что можешь... Сейчас, подожди секунду, я перегружу, потому что я не знаю, то ли это с чем именно глюк такой. У меня разрешение вдруг резко слетело. Я сейчас выйду, перезайду. Давай. Должно быть видно. Да,
Вот сейчас должно быть видно. Все, отлично, работает. Значит, касательно евро, у меня абсолютно солидарен с тобой. И на прошлой неделе, на этой неделе я ждал исключительно только снижения. Вот, это снижение благополучно здесь у нас получилось. Мы здесь и по кумулятивной дельте получили кумулятивный разворотный свинг. Коррекция была очень слабая, это еще на прошлой неделе. На этой продолжили движение вниз. И здесь у нас как самые первые, ближайшие цели как раз находятся в районе приблизительно 1.1150, 1.11 20 приблизительно. Я думаю, даже вот сюда примерно дойдут. Вот, так что ближайшее действительно снижение. Продавать с текущих, честно, так себе идея, потому что, учитывая то, что могут дать коррекцию, то я бы немножко побоялся этого дела. Скорее вот где-то в районе 11.20-11.50 можно немножко прикупить на коррекцию. То есть я думаю, что там внутреннюю, локальную какую-то коррекцию дадут, и прям камнем вниз падать вряд ли сейчас будут. Но все-таки добой здесь действительно с огромной долей вероятности мы получить можем. Здесь как раз двойная маржинальная зонка и стратегические уровни поддержки здесь находятся. В общем, множество факторов, которые показывают нам, что эта область поддержки, она реально сильная очень. Собственно, то же самое и по индексу доллара. То есть индекс доллара я давал еще. Мы с тобой о нем говорили то ли на прошлом, или на позапрошлом еще включении. И как раз вот этот вот добой вверх, я его так ждал, так ждал. В принципе, я его ждал еще с декабря месяца, вот подзатянули немного. И сейчас как раз цена вот уже потихонечку подходит вот к той самой очень сильной, значимой буферной разворотной зоне. Потому что если в целом даже вот посмотреть, как движется индекс бакса, то как раз вот в этом сегменте у нас находилась зона вращения. То есть там, где цена чаще всего и больше всего как раз формировала вот такие вот внутренние локальные отскоки. Поэтому я лично за то, что вот это движение вверх, оно пока еще, конечно же, не закончилось, но подходит к своему логическому завершению. То есть район там 97.50, 98. И оттуда нам снова могут дать уже более глубокую коррекцию. Поэтому я был бы очень осторожен и по остальным валютам в том числе. Что касается золота, да, золото провалилось глубже даже, чем я думал. Ну, как глубже? В принципе, у меня был вариант, что движение в район приблизительно 1815, примерно вот в эту область, потому что если в целом расчертить нам здесь профильный объем, мы увидим, что цена сейчас как раз находится вот в середине, в центре основного ключевого профильного объема. Рейтинговый у нас находится вот здесь пониже, в районе нижней зонки. И плюс ко всему у нас сюда попадает депо контракта и контрольно-маржинальная зона. Поэтому, как мне лично кажется, там могут какую-то внутреннюю коррекцию нам нарисовать, сделать добой вниз к зоне и потом снова уже пойти вверх к более серьезным целям. Говорить о каких-то глубоких снижениях, там, например, в район 1750 и так далее. Ну, я, честно, пока не вижу особо для этого причины, поэтому склоняюсь к варианту, что будет у нас вот такой вот зигзагом добой вниз и разворотка вверх. Это, кстати, очень неплохо коррелирует у нас и с индексом бакса, и с той же евро, поэтому примерно та же самая картина у нас все равно здесь получается. А зонка реально вот это очень сильно. 1782, 1793. Это как раз область вращения. Что касается нефти, здесь уже начали точные вливания некоторые делать, но по-прежнему, и причем, кстати говоря, это буквально вот на этой неделе выровнялись опционы уже с роста на снижение. То есть начали очень крупные опционы на снижение появляться у нас буквально вот на этой неделе. Вот. Чем это чревато? Я лично думаю, что добой у нас все-таки вверх произойдет. Единственный вопрос, смогут ли протестировать вот эту вот зонку поддержки. Тут у меня большие сомнения на этот счет. Поэтому я бы рекомендовал рассматривать реально серьезные продажи в районе примерно 91, потому что здесь уже совсем чуть-чуть осталось до верхних месячных границ. У нас вот граница текущего месяца находится, если смотреть по премиям, то начиная от 91.40 и вплоть до 94. Это вот по премиум. Страйки, конечно же, ниже, но страйки для нас особо не интересны. А вот именно премии, я думаю, что будет очень даже интересно, особенно учитывая, вот, как красиво у нас трендовую цена видит. Вот раз, два, три касания. Я думаю, сделают как раз еще и четвертое. И после этого реально уже очень долго, на целый год
уже цена может обвалиться вниз, там весьма на серьезное снижение. Потому что предыдущую коррекцию, которую сделали, у меня до финального тейка, у меня, в принципе, 70% сделки закрылось благополучно на 83 доллара, но, к сожалению, тут чуть-чуть буквально не дотянули до 81, где у меня был основной тейк, находился по коррекции. Эту коррекцию уже завершили и, собственно, движением новым вверх, я думаю, даже в текущем контракте смогут уже в районе 91 добить, потому что, опять-таки, нефть, как, собственно, и газ, очень сильно сейчас политизированы, очень сильно раскручивается нехорошая тема между нашими странами, между Украиной и Россией, и на всей этой теме спекуляции как раз и получила поддержку у нас как нефть, так локально и газ тоже. Ну, точнее, газ сейчас только вот начинает как-то подтягиваться потихоньку, а нефть однозначно очень сильную поддержку получила. Поэтому я думаю, что эта ситуация не продлится прям так уж долго, возможно, где-то пару месяцев, поэтому 91 все-таки лучше эту цифру держать в голове, потому что не так уж много осталось, там всего-то 4 бакса, это, грубо говоря, где-то 4% роста могут здесь организовать нам. Так что в этот диапазон, я думаю, мы реально 91 забьем, а потом уже в коррекцию, причем реально глубокую. Так что здесь я с тобой согласен, но если чуточку попозже. Так, ты закончил, Денис, да? Да, я закончил. Это я просто показывал остальные инструменты, чтобы не забывали. Ну, понял. И спасибо тебе, конечно, за твои комментарии, за твой обзор. Соответственно, как мы и ожидали, волатильность на рынке пришла, и теперь мы наблюдаем за возможным формированием новых локальных трендов, которые будут усиливаться, усиливаться. Но мы с Денисом держим руку на пульсе, соответственно, каждую неделю возвращаемся к вопросу перспектив активов и вам подсказываем, друзья, как нужно менять или не менять с этой точки зрения. В общем, остаемся вместе анализировать все, принимать решения и делиться с вами информацией. Денис, еще Главное раз. адаптироваться. Точно. А как и ФРС, он тоже адаптируется к условиям, которые происходят. Но мы тоже. Спасибо тебе еще раз за твои торговые идеи. Хорошего тебе закрытия этой недели, классных выходных и до скорых встреч. Спасибо, и тебе тоже отличнейшее закрытие недели, прибыли. Ну, конечно, до скорых встреч. Спасибо, пока. Всем спасибо, пока-пока.